От больших гастролей Горьковки до ремонта в сельских клубах. Жителей края интересуют не только вопросы насущные, но и развитие культуры по всему Приморью. Ольга Сомкина расскажет подробнее. Артисты театра Горького продолжают гастролировать в крае. Несколько городов, десятки населенных пунктов увидят лучшие постановки Горьковки. Этот театральный марафон состоялся впервые за долгие годы в рамках возрожденной программы «Мастера искусств жителям Приморья». Сейчас идет вопрос бюджетирования 2019 года. И мы на 2019 год также предусматриваем средства для того, чтобы наши краевые учреждения, мы сейчас не говорим только про театры, мы говорим и про нашу картинную галерею, мы говорим и про музей, мы говорим и про филармонию. Естественно, так сказать, они должны ездить по нашим городам и селам и нести, что называется, культуру. О гастролях, о музейных уроках и многом другом говорили в программе «Приморье вперед» вице-губернатор Константин Межонов, директор картины галереи Алена Доценко, художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий. Именно ему адресовали вопрос о слухах про филиал Горьковки в Находке. Эта идея была высказана губернатором края, и мы предполагаем стопроцентное открытие и поддержку администрации края, открытие филиала театра Горького в Находке. И я верую, что это произойдет в кинотеатре «Русь», который будет реконструирован под театральное здание. Один из самых актуальных вопросов для тех, кто живет в глубинке, задали вице-губернатору. В крае десятки сельских клубов нуждаются в ремонте. В некоторых поселках и деревнях их нужно просто строить заново. Будут ли возрождать культуру на селе? Мониторили всю ситуацию. Вот нам на сегодняшний день нужно построить по-хорошему 79 сельских клубов. Из них 50 до 100 мест, ну и, так сказать, там больше. Есть соответствующая программа и уже выделяются средства для строительства клубов. Несмотря на то, что культуре выделили значимую часть программы «Приморье вперед», не все вопросы, связанные с этой сферой, успели поднять. Эксперты обещали ответить на них в эфире программы «В центре внимания». Ольга Сомкина, «Панорама».